Фетисовой появилась статья Натальи Крымовой. Надо сказать, что вообще Людмила Фетисова не была избалована прессой. Символично, что обстоятельство то, что, в общем, статья появилась посмертно. Чуть что мы вспоминали Фетисову. Надо было назвать актрису, которая нашла себя в современных советских пьесах. Называли Фетисову. Надо было вспомнить положительные героические образы. Вспоминали Фетисову. Появились идеи создания самого нового театра, идеального театра, где актеры собраны самые лучшие, пьесы правдивые. Фетисова как называли как первую артистку такого театра. Они думали как единомышленники еще и потому, что знали ее как человек. Это был поразительный, цельный, активный, чистый характер. Он не сулил ей легкой жизни. И, как мы теперь поняли, жизни долгие. Фетисова ушла из жизни очень рано. Она не дожила до самых высоких регалий, званий и наград. И, тем не менее, я не побоюсь назвать ее легендарной актрисой. Но меня удивляет, что ведь очень много сейчас существует и театроведов, критиков, которые видели, знают и в свое время даже писали о ней. А сейчас как-то ни по поводу, ни без повода о ней не вспоминается. У Люси Фетисовой была какая-то порода, понимаете? И порода, и своенравие. И сила натуры, вот этой своенравной, которой может себе позволить все, что угодно. В основном мы с ней играли соперниц. Она торжествующий, а я, наоборот, непризнанный. В очень многих спектаклях мы с Люсенькой играли вот так. Сондра Финчли в «Американской трагедии» Драйзера. Она играла красавицу, бамп. Такая... Я в этом спектакле играла Роберто Олден, который потом веслом по голове. Значит, я всегда была неудачницей. «Мечты» Кинола Бальзака, пьеса была, где Люся опять играла ту, которую любит, красавицу. А я от того, что меня не любят, уходила в монастырь. И однажды я ей говорю за кулисами: «Люсь, ну что ж такое? Неужели я такая страшненькая? Ну почему мне все время дают таких, которых не любят?» Она говорит: «Разберись, разберись, разберись. Не знаю, не знаю. Посмотри на себя в зеркало повнимательнее». Прелесть. Люсе, конечно, очень повезло в личной жизни. У нее был замечательный муж. Она его очень любила, и он ее тоже очень. 47-й год – это год, когда Люся окончила училище. И, как это часто бывает, выпускники разъезжали по различным площадкам и показывали свои работы. Мне очень понравилось. Вот мы познакомились. Она была человек очень прямой, непосредственный. Ну, через какое-то очень короткое время она вдруг мне заявляет: «Я тебя познакомлю с моей мамой, моя мама приедет из Эфрема, и мы с тобой поженимся». Она родилась в провинции, в Тульской области, в селе, около города Ефремова. Даже там, в Ефремове, она ходила в балетную школу, мечтала о театре. Поступила в Щукинское училище. Ее преподавателями были Алексеева, Мансурова. Вот, окончив театр, театральное училище, она поступила в театр Советской армии.
Мы были зачислены с ней в один день в театр. 1 августа 47 года одним приказом. Это все происходило в то время, когда театр находился на великом подъеме. Послевоенные годы театром руководил Алексей Дмитриевич Попов. В театре была плеяда ярчайших артистов: Добржанская, Константинов, Хохлов, Хованский, Ходурский, Нассонов, Ратонский, блистательнейшая плеяда артистов. Было у кого учиться тем, кто хотел учиться. И Люся хотела учиться. Центральный театр Советской армии, один из старейших армейских театров, отметил недавно свое 30-летие. За это время на его сцене было поставлено более 60 пьес на военно-патриотические темы. Под руководством народного артиста Советского Союза Алексея Дмитриевича Попова в театре выросли замечательные актеры. Среди них Людмила Фетисова, заслуженная артистка республики. Народный артист республики Владимир Зельдин. Народный артист республики Андрей Попов. Как было интересно жить актерам, театру и зрителям. Я не могу сказать, чтобы на все спектакли всегда были аншлаги. Ну, зал, который на 1700 человек, извините, для драматического театра, ну, аншлагов было очень много. И вот сейчас мы находимся в нижнем фойе, оно такое сегодня пустынное. А ведь тогда оно было заполнено шумящей, бурливой публикой. Сюда шли потоки зрителей от самого метро Новослободского. Это был один из самых посещаемых театров Москвы. Тогда... После войны была такая жажда у людей прикоснуться к духовности, к искусству. Такая тяга вместе сопереживать, вместе потом об этом долго говорить с друзьями, приходить по несколько раз на спектакль. В Москве открылся новый театральный сезон. Но когда подходишь к театральной кассе, нелегко решить, в какой же театр купить билет. В столице много интересных премьер. Одна из первых ролей Фетисовой, в которых она показалась особенно ярко, была роль Веры в спектакле «Степь широкая», который состоялся Дмитрий Попов. И вот в этой роли обнаружилось впервые, может быть, очень явственно, вот это озорство Фетисовой, ее вкус к сценической характерности, потому что все в этой роли было характерно. И то, как она повязывала платок низко от загара, и то, как она, послюнив, это снимала какую-то соринку с узкой юбки. И вообще весь ее облик, и манера говорить, и такая некоторая бравада деревенской красавицы. Все это было очень характерно. Но за этой характерностью опять-таки был второй драматический план, который придавал этой роли особый масштаб. Чего это вы на меня так смотрите? Да. Красивая вы. Красивая, да несчастливая. Вы вон тоже красивая. Белые, да нежные. А почему несчастливая? Черт, верная, все красивые, несчастливые. Почему? Да. Она была так красива, так прекрасно сложена. У нее был изумительный маленький такой разрез глаз, чуточку раскосых глаз. Со сцены это было дико обаятельно. Мы его дружка на войне убили. Что ж вы думаете, я теперь должна одна, что ли, всю жизнь оставаться? В монастырь мне, что ли, пойти? Так ведь у нас их нету. А, скажите, пожалуйста, свободных парней мало? Мало, совсем нет. Кого не возьми. Вы-то вот занятой? А? Вы, говорю, занятой? Ну вот. Наш председатель исполкома тоже. Да. Председатель райпотребсоюза тоже. В колхоз.
находится у нас у каждой пары. Кто поискать, так найдет. Конечно, да. Может, и найдется. Ни то, ни сё, ни рыбы, ни мясо. Мне такого не надо. Скажите на место. Примечательна была наша работа над ролью Любки в спектакле «Любка, любовь». Там мне захотелось открыть какие-то новые качества Фетисовой, которые в ней, несомненно, жили. Ее какой-то лиризм, музыкальность, тишину, что ли. И вот так мы репетировали эту роль, и у нее были удивительные репетиции. Она была такой, я называл ее Джульеттой в ватнике. Она была блистательной партнершей. Знаете, мне нравилось в ней, вот у меня такой немножко занудский характер, занудный. То есть я всегда чем-то недовольна, как прошла сцена или как прошел спектакль. А в Люсе было прекрасное состояние, куража. Как бы ни прошла сцена, она приходила и говорила, мы вот сыграли сцену. И она такая вся была, заражала меня этим невероятно. И знаете, ну бывает вот красивая женщина. Ну, 5 минут красивая, 10 минут красивая, 15 минут красивая, а дальше надо играть. Вот спектакль давным-давно, куда ее ввели после блистательного исполнения Любови Ивановны Добжанской, Шуры Азаровой. И Люся Фетисова играла вместе с Андреем Поповым, он Ржевского играл. Это роль романтическая, роль лирическая, героическая. Не надо мне награды другой, чем право драться на войне за Родину. Позвольте вас просить награду эту. Заслужил? Носи. Ее театральная судьба, продолжавшаяся всего каких-то 15 лет на профессиональной сцене, сложилось, конечно, счастливо. Но вместе с тем, за всю эту свою недолгую театральную жизнь, ей не довелось, как-то ни больно, ни обидно, не сыграть ни одной роли по-настоящему, значит, в классическом репертуаре. И прежде всего в русской драматургии Островского, хотя мечтала и даже в разное время репетировала такие роли, как Негина, «В талантах и поклонниках», «Ларису в беспреданнице». Но эти пьесы не были востребованы театром. И вся жизнь прошла мимо этого. И у Люси Фетисовой, конечно, страшно не повезло в этом отношении. Она была бы великолепной совершенно исполнительницей ролей Достоевского. По ее нервности, по ее тонкой, чуткой натуре. Понимаете, она была бы необыкновенна в этих ролях в романах Достоевского. Она могла бы играть прекрасно Чехова в «Трех сестрах», скажем, понимаете. Или в «Дяде Ване» она прекрасно могла бы играть. И в «Вишневом саде». Но эти пьесы не шли. Эти пьесы не шли. И поэтому можно только вот представить себе, какие это были потери для театра и потери в ее личной судьбе. И потом, конечно, были еще и обиды. В 1956 году стали возобновлять «Укрощение строптивой». Но там была ее роль. И я так думаю, хотя я не слышал от Люси Фетисовой этих слов, и, наверное, никто их не слышал, она все-таки не обязательно, так сказать, делиться такими уж вещами. Но ясно, что она имела право играть Катарину. С ее темпераментом, когда у нее все было, так сказать, на виду, ее строптивость. Это была прекрасная Катарина. Обошли. Она играла масса всяких куртизанок, кокоток, продажных женщин, шпионок. И делала это блистательно, с большим комедийным и с большой комедийной остротой. И однажды рабочая сцены подошла к ней и сказала: «Люся, никак не пойму ее, такая ты порядочная женщина, и так хорошо проституток играешь». На что Фетисова засмеялась, сказала: «Так, милая, наверное, потому и хорошо, что порядочная». И действительно, вот изображая женский эгоизм, легкомыслие, вульгарность, Фетисова сама никогда не становилась вульгарной, всегда сохраняла высокий вкус. К
где-то 56-й год, 56-й год, я помню это, да, вот в это время вдруг зритель оставил театр. Это было интересное время. Стали объяснять, почему появились статьи известной Мариэтты Сергеевны Шагинян, которая говорила, что театр как искусство театральное вообще ушло, ушло в прошлое. Это архаическое искусство, оно и должно уйти. Что сейчас пора самодеятельного искусства, потому что искусство принадлежит народу, как известно. Михаил Ром выступил тоже. Было известно, что он сказал, что это время кино, а театр как искусство, так сказать, ушло. И вы знаете, ощущение вот такой утраты, потерянности, оно было действительно пустые залы. И вдруг Борис Александрович Вофанохин поставил спектакль «Фабричная девчонка». Пьесу никому неведомого драматурга, никому неизвестного имени Александр Володин из Ленинграда. А я помню, что на художественном совете эту пьесу сначала не приняли. Дело в том, что пьеса Володина по тем временам была очень острой, очень правдивой. Ее сопровождали разгромные статьи. По нынешним временам такой диссидентский, он острый был спектакль. Атмосфера на этом спектакле была поразительная. Зал то сидел в мертвой тишине, боясь проронить хоть единое слово, то взрывался аплодисментами. Когда была генеральная репетиция без публики «Фабричной девчонки», то спектакль шел, скажем, 2.5 часа. Когда пришла публика на премьере, он шел на 40 минут дольше. Такими бурными и такими частыми были реакции. В пьесе рассказывалось о нашем комсомоле, ни много ни мало. Верный помощник и резерв нашей партии. Тот самый комсомол, который нельзя было ни единого худого слова сказать ни о комсомольцах, ни о комсомоле, потому что это ведь, понимаете, как бы государство, государство. И вдруг появилась пьеса, спектакль, где стали говорить, слушайте, как фальшивы эти собрания, какая скука на этих бюрократических, понимаете, собраниях, этих лекциях, почему мы все друг другу лжем. Опасаясь неприятностей, советовали смягчить роль Женьки Шульженко, придать ее, свести ее к такому обаянию безобидной резвушки. Фетиса же играла необычайно драматично. Она показывала, до какого отчаяния, до какого ожесточения и гнева могут довести человека ложь, фальшивые моральные догмы и всякого рода преследования. Причем она смело сочетала в этой роли острую, почти гротесковую форму таких чудачеств, эскапад Женьки, ее кривляния и вот этого жестокого, почти грозного драматизма, которых многих пугал. И Люся Фетисова играла вот ту самую фабричную девчонку, Женьку по фамилии Шульженко. Не бог весть, что она читала. Не бог весть, какая она была образованная. Прошлое у нее из детского дома, детдомовка. Но с удивительным чувством справедливости и правды. Интересно, вот сколько я тебя знаю, а раньше не обращал на тебя внимания. Вот вы хороших-то не замечаете. Вот и на внешность ты ничего, симпатичная, и веселая, и хороший товарищ. Хороший товарищ, комсомольские поручения выполняет. А вот какая-то запчасть у тебя не в ту сторону вертится. Не зря твою фамилию на всех собраниях-то треплют. Дураки, вот и треплют. Я 120% даю, пусть они так попробуют. Ну, тем более, значит, какая-то причина есть. Ребеночек нашелся, не понимает. Надо же кого-нибудь для примеру-то выбрать. Вот я и попалась под руку. А за что? Ну, я танцевать люблю, ладно, у меня душа веселая. А ты знаешь, какие иногда девочки попадаются на танцах? Так выламываются, издалека видно, что почем. Интересно, ты, бедная, ни в чем не виновата, а из всех для примера почему-то именно тебя выбрали? Я в одном виновата. Притворяться не умею. У всех было ощущение, что наступила какая-то новая эпоха. Так она и была новой эпохой.
Только что случился 20-й съезд партии, где было все, как говорится, сказано. Расставлены более-менее точки над «и». Ну, сегодня мы знаем, что все это время так называемой оттепели было довольно кратковременным. В 64-м году сняли Хрущева, а в 68-м году в августе наши танки уже пришли в Чехословакию, и все кончилось, как говорится. И все-таки вот этот промежуток был необыкновенно прекрасен по-своему. Все его чувствовали, переживали как свое личное какое-то лирическое переживание. Вот знаете, как у Булата Акуджавы в песне «Ах, какие удивительные ночи!» Только вот действительно, какие удивительные ночи, какое было удивительное время. Ах, какие удивительные ночи! Только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Что же ты гуляешь, мой сыночек? На улицах страны появились новые легковые машины «Волга» и «Чайка». 60 километров в час – такова скорость нового корабля «Ракеты на подводных крыльях». В Москве открылся самый большой в стране магазин «Детский мир». Первые покупатели. Восторг и удивление на лицах. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурный по апрелю. Ведь в конце 50-х годов вот эта волна освобождения от сталинщины необыкновенно сильная волна была. Понимаете, на этой волне театр знал, что ему говорить, о чем ему говорить со своим зрителем. Сейчас мы переживаем период полной свободы. Запретов нет никаких. А театр растерялся. Театр не знает, о чем сегодня ему говорить со своим зрителем. И пьесы такие, к сожалению, почти не появляются. Понимаете, вот это самое удивительное. Казалось бы, самый драматический период нашей истории мы сейчас переживаем. Такие судьбы, так ломаются судьбы, так много людям сегодня, надо сказать, со сцены, одних утешить, другим дать какую-то надежду, третьим сказать, так нельзя, вы не туда идете. То, чем всегда занимался русский театр, который всегда все-таки и был кафедрой. Говорят, идеологии нет и не будет. Простите, а нравственные проблемы тоже уничтожены? А понятие порядочности, совести, доброты. А как людям жить? А новое поколение? И ведь в театр не ходят богатые люди. Им не до театра. Они на какие-нибудь громкие шоу ходят или на какие-то еще мероприятия, о которых они будут говорить между собой. А это же не люди истинной культуры в основном. А люди ходят в театр те, которые не богаты. И когда после спектакля тебе протягивают цветы, и я знаю, сколько они стоят сейчас, у меня дрожат руки. Я смотрю в глаза этого человека и думаю, ну не надо, зачем же? Сейчас не надо. Хорошо, что вы пришли в театр, что вы здесь, что вы с нами. Часто, приводя примеры высокого служения театру, мы говорим о Станиславском, о Щепкине, о Ермоловой, о великих актерах художественного театра. Но вот Фетисова была нашей современницы и живым примером такого абсолютно безупречного служения. Я никогда не забуду, у нее была любимая фраза, она любимое высказывание Михаила Семеновича Щепкина. И она часто эту фразу произносила. Театр – это храм, или священнодействуй, или убирайся вон. Thank you.
Которую несправедливо ее сограждане, соотечественники подозревают в том, что она предалась немцам, как ее зовут, немецкая овчарка. И она это очень переживает. А на самом деле она совершает подвиг, подвиг советской разведчицы. Как вас зовут? Меня зовут Нила, сокращенная от Нинила, фамилия Снежко. Нила Снежко. Мне приятно произносить ваше имя. Некоторые спрашивали меня, однажды спросили, скажи, пожалуйста, а как же вот, когда выходишь на сцену и видишь человека, который играет, ну, падшую, как говорили тогда, женщину, овчарку, фашистскую и так далее, ты после этого, тем не менее, наступаешь на своих и начинаешь сомневаться и веришь все-таки в ее порядочность, в ее какую-то человечность. И, видимо, эта вера и ее в какой-то степени поддерживает. Но какие у тебя были основания к этой вере вот конкретно в сцене? И я тоже сам себе этот вопрос задавал. И я понял, это вот умение Люси резко переключать свою внутреннюю, ну, все то, что у нее накопилось на протяжении других сцен, вдруг она умела до такой степени переключить это. Глаза, ее глаза, это действительно было зеркало души. И когда она смотрела на меня, поворачивала, когда она со всеми играла вот эту самую овчарку, это было одно, одни глаза. И вдруг, когда она смотрит на меня, когда мы остались вдвоем, вот тут-то у меня тоже действительно мурашки по телу пробегали. Я не был первым исполнителем, то есть вначале играл Андрей Алексеевич Попов, он сыграл несколько спектаклей, а потом были введены два новых исполнителя, в том числе и я. Наверное, еще не видел свет. А видел ли свет такие муки, что выпали на нашу долю, и такое мужество, на которое мы способны... А, ты снова на своем коньке? Нет уж, довольна, Испан! Дядя! Я ничего не прошу. Даже минутного уважения. В ваших глазах я... И это понятно. Я еще надеялся, что смогу забыть твое прошлое. Нет, я бы никогда его не забыл. Простить можно многое, но прощать предательство нет. Вы только запомните, ради Бога, запомните то, что я вам сейчас скажу. Ну что такое ты еще скажешь? Я люблю вас. Да, люблю. Фетисова не играла эффектную, абсолютно бесстрашную, незыблемую, так сказать, героиню. Она показывала, как маска, которую должна была носить Нила Снежко,
в общем, ломала ее душу. Внутри у нее словно была незаживающая тяжелая рана. И неизвестно, что могло бы эту рану излечить. И поэтому смерть героини для меня и для многих зрителей была как бы избавлением. Потому что Фетисова играла обреченность, безнадежность этой судьбы. Есть через два дома госпиталь. Как хорошо, что ты все знаешь. Родина! Сюда! Сюда! Скорее! Собрав последние силы, Нила приподнимается. Заполните нас веселыми! Она просила меня предупредить ее вовремя, когда надо перестать роли молодых героинь и переходить на так называемые возрастные роли. Я уверен, что с ее решительностью, с ее, так сказать, отношением к делу, она бы так и поступила, но перейти на возрастные роли ей не довелось. Когда мне было 4 года. Еще бы, кажется, чуть-чуть, и я бы ее запомнил. Не хватило каких-то месяцев. Все сгорело кинопленкой, оставив несколько кадров. Если поднести их к свету, то что-то можно разглядеть. Года за два до смерти мама перестала улыбаться на фотографиях. Видно, предчувствовала скорый уход. От кино отказывалась, только театр. А жаль, снялась бы где... Сделала исключение ради сына. Да и фильмы наверняка жизнь продлила бы. Осталась лишь легенда. Мама умещается в кассете. Голос и тревожен, и глубок. Будто знала, что не жить на свете. Будто знала, что заждался Бог. Голос цепко держится за пленку. Прокручу все записи опять. Чтобы сквозь фабричную девчонку и сквозь барабанщицу узнать очень рано умершую мать. В тяжелое время театра, когда ушел из жизни Алексей Дмитриевич Попов, и были тяжелые периоды в театре, она не боялась вдруг на собрании, где все говорили достаточно осторожно, скажем, встать и сказать такую фразу: «Мне в нашем театре никогда не было стыдно. Были спектакли плохие, средние, прекрасные, но никогда мне не было в нашем театре стыдно. А сейчас мне все время стыдно, стыдно, стыдно». И, покрывшись красными пятнами, сказав все это, сесть среди гробовой тишины. Ну, естественно, такие высказывания не все и прощали. И должен сказать, что последние годы в театре у нее не так уж много было интересных ролей. Да, она не очень ладила с последним руководством, при котором это было. Это, ну, тогда руководил театром Александр Леонидович Дунаев. Этот период был не очень долгим, но довольно-таки плодотворным. Главный режиссер театра Александр Дунаев поставил пьесу Погодина «Не померкнет никогда». Товарищ Щебаев, доложите план переправы через Белую, план операции по взятию Уфы. Слушаюсь. Спектаклей было много, а во всех этих спектаклях только в одном, и то в эпизодической роли, в спектакле «Океан» занята была Люся Фетисова. Но, конечно, начались какие-то трения, началась смена, пришли другие люди в театр. Все это очень болезненно переживалось, конечно. У меня часто болела голова. И всегда в столике своем я держала таблетки для нее. Она прибегала, говорила: дай таблетку на тракте. Мы сидели на заседании местного комитета.
членами которого мы были. И вдруг с Фетисовой случается удар. Кажется, по истечении времени, что Фетисова где-то в глубине души предчувствовала, что век ее короток, и поэтому она жила жадно, взахлеб, сгорала на сцене и в жизни, стремилась впитывать как можно больше впечатлений искусства, жизни, отдавала себя безоглядно, самоотверженно и сцене, и друзьям, и людям. Плохо без таких. Ах, как плохо, как их не хватает. Иногда снятся сны, что я играю какой-то спектакль, не какой-то определенный спектакль с Люсей Фетисовой или Андреем Поповым. Я просыпаюсь счастливая, но в слезах. Но судьба распоряжается иначе, кому сколько отведено. Никто не знает, кому придется прожить долгую или короткую жизнь в искусстве. Сейчас тогда думаешь, ну что ей стоило не вмешиваться? Ведь многие не вмешиваются. Ну что ей стоило не тратить так себя? И другие не тратят. Но есть люди, которые не могут, не умеют изменять себе и своим понятиям о жизни. Ни при каких обстоятельствах. Честь им и слава.